Любые, да? Любой кадр можно делать? Да. Весь какой-то список. Хиан Шодан можно делать? Для взрослых в чемпионате. Нет. А Хиан Нидан? Нет. Он сказал любое. Любое? Ты ему не веришь? Он же сказал. Что, обманывает? Я тоже сказал, да. А может быть, он заблуждается? Как бы ты объяснил сейчас правила ката? Раньше был шитей ката список. Выше ката. Два ката, да? И был такой кат. А сейчас шитей ката, такой ката есть? Такой ката это что? Вообще любое. Можно придумать самому. Такой ката это что? Хорошо, есть список шитей ката, был, да? А такую ката сейчас есть список? Любую ката. Кусай дай. Кирилл Рив. Ну, раз себе сказал и сделал, любой же. Да? Есть список или нет? Нет. Список ката есть или нет? Как называется он? Такой ката это что? Список произвольных ката. Это список этих ката есть? Произвольных. Есть? Откуда ты знаешь, что это такой ката? Откуда? Из каких источников? Есть список такой ката или нет? Да. Да. Есть список? Да. Произвольных ката, да? То есть произвольный ката в список вложен. Да? Да или нет? Написано, какие ката произвольные. О, что это список? Да. Список чего? Произвольных кат. Каких, то есть? Какую ката? Это произвольные? Да? Список такой, да. О, ура! Вот это слово. Хорошо. О, свободный. Настя, не вставай. Я не встаю. Усоведай! Самосват верит это. Седьмой кью. Ошибок достаточно много, но ты прогрессируешь. Седьмой кью. Чтение, Алексей. Сдал седьмой кью. Хорошо. Хорошо сдавал. Толяна Амина. Седьмой кью. Тоже ката, надо чуть лучше. Марченко Полина. Седьмой кью. Хорошо сдавала, молодец. Панчук Артем. Ос. Ос. О. Седьмой кью. Внимательнее чуть-чуть будь. Карнау, блядь. Дал седьмой кью. Хорошо давал. Крушенивский, блядь. Дал седьмой кью. Стойки пониже. Но в ката нужно больше работать. Паленько, Олег. Дал седьмой кью. В Кихоне много вопросов. В Кихоне, но у тебя еще много времени впереди. Становись. Кокин Георгий. Дал шестой кью. Хорошо сдавал. Ката нужно больше работать, а так сдавал хорошо. Боченька Виктория. Сдала шестой кью. Тоже все мощнее просто делает, а так хорошо. Павлов Глеб. Дал шестой кью. Хорошо давал, молодец. Кроме теории. Теория тоже хорошо, но не отлично. Михалевич Никита. Ос. Сдал шестой кью. Хорошо, молодец.
Варахобин Никита. Тут ты мне и попался. Сдал 5-й кью. Следующий кью будешь сдавать все 5 хиян. Потому что ты, оказывается, их умеешь делать. До этого прикидывался, что ката у тебя плохо. Это не твое. А на фоне 4-го ката я увидел сейчас, что, оказывается, ката это твое любимое дело. Хорошо, молодец, хорошо сдавал. 5-й кью. Не печалься так, еще год впереди. Маловый отметил. Сдал 5-й кью, молодец. Хорошо сдавал. Сигалаев Егор. Сдал 5-й кью. Молодец, хорошо. Ковалев Александр. Сдал 5-й кью. Молодец. Задорожный Саша. 4-й кью. Сдал. Молодец. Войтенко Кирилл. Сдал 2-й кью. Техника коричневых поясов уже как бы больше, ну, как бы должна быть высокого стандарта. Стойка фуда дач – это очень важная для стойка, именно уже для коричневых и черных поясов. Это та стойка, из которой вышла дзинкутсу дач и все остальное. Понятно? Так, два. Хорошо. Ката только надо уже понимать, понимание уже должно приходить. Драгомаревский Никита. Сдал 2-й кью. Тоже понимание ката. Не машинально делать, а понимать что. Субедач. Рейс. Но это еще не все. При вручении сертификатов, которые будут вручаться на нашем утреннике, у вас еще будут ждать сюрпризы. Не так просто получите вы сертификат. Заранее я предупреждаю. Готовьтесь. Стишки, песенки, танцы. Так просто вам сертификаты никто не даст. Понятно? Все, все свободны, молодцы, слава Богу.